В Воронеже в ближайшее время ожидается повышение цен за проезд на общественном транспорте. По карте он будет стоить 26 рублей, а наличными 28. Мы решили узнать у воронежцев, что же они думают о повышении и сколько на самом деле они готовы платить за проезд. Вы знаете про то, что проезд будут повышать? Нет, не знала. Ну вот 26 рублей будет по карте, а наличными 28. Вы готовы платить такую сумму? Ну а куда деваться? Но... Знаешь, никто не спрашивает. Но многих не устраивает, например, ну, естественно, условия. Не устраивает. А что делать? Все равно будем ездить. Да, его же постоянно еще в начале года же были. Ну вот опять повысить на 26 рублей. Ну супер, отлично, будем как в Москве. Ну вообще, готовы платить такие деньги за проезд? Да был бы транспорт. Вот недавно стояла, выходной в субботу. Ну, полчаса стояла, ждала, посмотрела по картам Яндекса. 29-й маршрут, две маршрутки на весь город Воронеж. Ну, мы как бы не в селе тут, чтобы два маршрута ездила. И было бы больше транспорта, ради бога, ну. Готовы ли вы вообще к повышению проезда? Вы знаете? Нет. Почему? Ну, потому что денег у людей не хватает. Ну, а сам транспорт вас устраивает или есть какие-то недочеты? В принципе, устраивает. Надо, правда, дождешься, пока он доедет. Вот, или ну, а каких автобусов вы не можете дождаться? Ну, вот сейчас, допустим, Пазик ждала очень долго. Как вы считаете, что нужно повышать или... Ну, я считаю, что нет. Почему? Ну, для студента, вот сами подумайте, стипендия 537 рублей в месяц. Это у студента. На проезд уходит, то есть, к примеру, по городу, в данный момент по карте 21 рубль. То есть, это уже чисто невыгодно. То есть на месяц не хватит на проезд. А если человек, к примеру, не из Воронежской области, ну не в Воронеже, то есть не из города, то есть это же ему опять так же на проезд тратится? Проезд знаю. Ну а вы согласны с повышением или да нет? Да нет, конечно. Ну а почему? Не нравятся условия общественного транспорта? Да в принципе-то все время повышаются и повышаются, а условий каких как таковых... Условия не меняются, да? Сколько бы вы готовы были заплатить? Ну, вот эта цена, которая сейчас устраивает. Устраивает, да? То есть больше не нужно? Не стоит пока. Ну, мне кажется, уже великовато. Хоть 30, но был бы... Пришел на остановку, и через 5 минут приехал транспорт. Ну, было бы за что платить. Хорошо. А так на остановке стоять полчаса как-то... Ну, а сколько вы готовы платить за общественный транспорт? Ну, 15 рублей где-то. Ну, как сейчас хотя бы, пускай остается.